какие скорости, что первый период, наверное, просто, просто, может, нам повезло даже туда, какие-то заваленные моменты. Но во втором периоде, опять же, а мы использовали, у нас не было чистые моменты, но мы их использовали. Ну и третий период ребята проявили, опять же, характер. Вывели победу. Спасибо Турсу, Наталья, нас выручили, конечно. Победа есть победа. Очень довольны, выиграли. Ну, сегодня очень четко сработал закон. Какие не забиваешь, обязательно накажут. Мы разбороздали кучу моментов. Во втором периоде одних выходов двое против одного было пять. Не забили гулит. За что и были наказаны. Ждем с нетерпением перерыва, чтобы... Хотя он у нас, в общем-то, не такой, как у всех команд, а в два раза короче, чтобы привести в порядок ноги, руки, головы, отдохнуть чуть-чуть от хоккея друг от друга, потому что сегодня было четко видно, что мы все-таки просто устали от врата.